Чуть на ужин достала им размораживаться рубец бараний, потом курицу, носогуб, по-моему, еще куриные шейки. Уже не помню. Вчера вечером доставала. Вот, все размораживается у них. Ну, еще будет тыква и морковка. Вот такой ужин. Огурчик, может, еще положу. Посмотрим. Очень любят они время поедания еды, как и их родители. Это отдельный кайф жизни. Ой-ой-ой-ой. Деловухи, только не сматывайтесь, пожалуйста. Я вас знаю. Побежите.